Привет, наши дорогие друзья! Привет, гости нашего канала! Вы на канале Алибаба Алидед. Дорогие мои, простите за некоторое отсутствие. Я приболела, потеряла голос. Только-только начинаю идти на поправку, так что извините за мой такой грубый голос. Сегодня у нас небольшая распаковка. Сегодня у нас две посылки. Это бижутерия. Давайте приступим. Начнем с маленькой посылочки. Сейчас мы ее распакуем. Так. Вот так она пришла запакована. Упаковали все хорошо. Ух, все у нас рассыпалось. И здесь у нас, друзья, кольца. Так, друзья, достала все кольца из пакетиков, чтобы не отнимать ваше время. Ну и давайте по порядку рассмотрим их. Лишнее пока уберу. Возьмем первое колечко. Кольцо очень крупное. Брала восьмерочку, но колечко большомерит. Оно мне подходит на этот палец, где я ношу в основном девятку. Так, ну вот так вот смотрится на пальчике. Цвет металла под наше золото 585. И вставки кристаллики. Это не цирконий. Цена колечка 1 евро 8 центов на момент съемки. Так, кольцо смотрится с обратной стороны. Довольно аккуратно все сделано. Интересное колечко. Ну, переходим к следующему. Следующее кольцо у нас вот такое. Цвет металла под винтажное серебро. Камень смола. Девчат, очень красиво выглядит. Это колечко мне понравилось, но погорячилось, вероятно, с размером. Также кольцо большемерит. Я его предполагала на этот палец, но довольно свободно. Цена этого кольца 1 евро 27 центов. Вот этой покупочкой очень довольна. Так, кольцо смотрится с обратной стороны. Такие боковинки. Красивое колечко. Идем к следующему. Следующее кольцо у нас также для любителей крупных колец. Я взяла с черным камень, но такое же кольцо у продавца есть с красным камнем. Друзья, видно, при открытии я его царапнула. Очень жалко. Цвет металла под наше золото. Так, колечко у нас 9 размера. Ну, и оно точно садится на 9. Вот так красиво, элегантно оно смотрится. Также кольцо очень понравилось. Шикарное колечко. Нигде ничего не мешает. Не сильно высокое. Цена этого кольца на момент съемки 1 евро 81 цент. Кольцо смотрится очень богато. Вот так выглядит обраточка. Все очень аккуратненько сделано. Красивое. Переходим к следующему. Вот такое кольцо. Девчат, ну это кольцо, ну, совсем не понравилось, не считая отделки металла. Металл под винтажное серебро. Очень аккуратненько сделано. Но камень, девчат, камень простая стекляха, да еще и мутная. И размер. Заказывала восьмерочку, но посмотрите, какой он маленький. Мне даже, по-моему, на мизинчике еле-еле она зайдет. Вот.
маломерит очень. Вот такое колечко. Цена этого колечка на момент съемки 78 центов. Ну, конечно, тут ожидать поэтому какого-то шикарного камня не стоит. Но само колечко интересное. Ну, переходим к следующему. Следующее у нас вот такое кольцо. Также бюджетная категория. Вставки стразики. Цвет металла под наше золото. Размер девяточка. Ну, сейчас проверим. Хотя я сомневаюсь, что пойдет на девятку. Сразу попробую на восьмой размер. Да, восьмерочка. Вот так смотрится на пальчике. Цена этого колечка на момент съемки 1 евро 8 центов. Что размеры совершенно не соответствуют. Вот такая обраточка. Переходим к следующему. И последнее кольцо из этого магазина. Продавец уверяет, что камень опал. Ну, я думаю, это простой камень под кошачий глаз. Хотя утверждать не буду. Размер брала девяточку. Так, ну, боюсь, что пойдет только на восьмерку. Да, на восьмерочку. Вот такое кольцо. Цена этого колечка 83 цента. Цвет металла желтое золото. Смотрится интересно. Был бы цвет металла под золото, конечно, было бы интереснее. Вот такая обраточка. Так, ну и переходим ко второй посылочке. Так, друзья, вот такая большая коробка. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что же у нас там внутри. Очень хорошо все запаковано. Так, открываем. Тут у нас вот такая открыточка. Очень интересно. Девчат, вот название магазина, в котором я делала эту покупочку. Так, пакет. И такая-то коробочка пуста. Silver Polish. Так, тут, наверное, у нас салфетка для полировки серебра. Да. Такая салфеточка. Девчат очень радуют подарочки. Подарки получать всегда приятно. Так, и переходим к самой упаковке. Упаковано все шикарно в огромную пупырку. И у нас вот такая коробочка. Ну что ж, девчат, открываем. Так, так у нас еще коробочка с секретом. Нет, открылась. И здесь у нас колечко. Так, интересная коробка, двухъярусная. Так, мы переходим к самому товару. Так, так. Что у нас тут за бумажка? Интересно, непонятно для чего. Кто знает, девчат, напишите. И здесь у нас вот такое шикарное серебряное кольцо с султанитом. Камень султанит. Султанит имеет свойство менять свой цвет в зависимости от освещения. Девочки, попробую заснять при разном свете, хотя уже вот сейчас можно видеть камень. То краснеет, то зеленеет.
Шикарное кольцо, девочки, очень довольны этой покупочкой. Мои участники группы на Фейсбуке «Шопоголики с Алиэкспресс», девочки, я вам кидала ссылочку. На момент покупки это кольцо мне обошлось в 6 евро 50 центов. Была шикарная скидка на него. На сегодняшний день, на момент съемки, кольцо стоит 20 евро. Девочки, полюбуйтесь этой красотой. Камень изумительной красоты. Очень рекомендую. Девочки, оставлю ссылочку на весь магазин. Пройдетесь. Шикарное колечко, шикарная упаковка. Продавец молодец. И что еще хотела сказать по доставке, кольцо пришло буквально за 1,5 недели. Очень быстрая доставка. Ну супер, супер, посмотрите. Подарки, коробочка. Название магазина. Ну вот, дорогие мои, вот такие товары у нас сегодня были. Кольца из магазина Кинел. Ну, не все понравились. Очень понравились колечки. Вот это очень довольна, девочки, рекомендую. И это зеленое. Вот эти два кольца реально могу вам рекомендовать. Ну что ж, все ссылочки будут в описании. Заходите, смотрите. Ну а пока, друзья, пока-пока. До новых встреч!